Короче, репортаж. Репортаж с рыбалки. Мы сидим на рыбалке, короче. А тут сзади идут коровы из леса, короче. Коровы. Короче, молоком запахло. И не только. Запахло молоком и не только, короче. Запахло весной. Запахло коровами. Да. Милка, это ты? Похоже так. Коричневая корова похожа на Милку. Рога не такие, точно. Добрый вечер. Добрый вечер. Вот это сафари, короче. А тут пацаны. Не клюет, короче. Клюет, но не вытаскивается пока. Заматюкайся, сразу клюю. Ага, совет. Короче, вот такой репортаж вечернего села. Природа. Огородами прошли. Опа! Есть! Еще и на видео, короче. Вот это, короче, вот эта тема. Ну-ка, покажи. Вот это эксклюзив, короче. Бомбезная. Ребята, сезон открыт, есть, короче. Радости полные штаны. Вот такие вот дела, друзья. Такая рыбка. Да, и нормальная рыбка такая, да. Ну все, теперь снимай, короче. Я не могу, я на видео. Давай только удочку не запутывай. Нет. А где банка? Банка, вот. Короче, друзья, нормально, да, экшен? Кто ожидал? Снимали, короче, рыбалку, снимали коров. Снимали, что ничего и не тут, ловится. Короче, вот так вот хлоп. И дело пошло. Мишаня, шанс есть. Да, поправь его, червяка, короче, и это. И на... продолжаем ловить. Это... уже рыбка поймана, короче, вот. Ну, такая... ладошечка. Ты доволен? Да. Да, отлично, бомба, короче. Но не зря снимали. Видите, экшен в конце, короче. Вот такие у нас ноги грязные. Вообще трубец. Басота, короче, сельская. Все, продолжаем ловить рыбку. Если будет крупная, короче, я обязательно включу и сниму дополнительное видео. Всем, короче, лайки поставите этому видео обязательно. Кто досмотрел до конца, пишите, я это видел. Пока-пока.